нас сегодня с вами, несмотря на транспортный коллапс, все-таки мероприятие происходит. Вот, правда, судя по тому, что мандарины остались, у вас пришло не так много, как бы могло. Мы с вами встречаемся первый раз в новом году. Ну, не последний, будем производить такие встречи постоянно. Очередная капля рекламы, третья. Сегодня решили поговорить про Яндекс, про то, что происходит у него внутри. Ну, как водится, мероприятие разделяется на две части. Надя расскажет, который уже знакомый, Надежда Бугаева, сотрудник нашего подразделения, занимающегося рекламой, расскажет больше такую клиентскую часть, как Яндекс принимает с людьми. Но я попробую рассказать какие-то вещи изнутри, как мне кажется, более специфичные. Всем еще раз здравствуйте. Очень рада, что вы сегодня пришли. Всем большое спасибо. Я расскажу вам сегодня про Яндекс. Почему про Яндекс? Потому что по статистике за 2013 год, приведенный Live интернетом, Яндексом в России пользуется большинство. Мы продвигаем сайты на Яндекс, когда приходят люди, они просят продвижения в Яндексе. И чтобы все понимали, как там происходят некоторые процессы, именно вот построение выдачи, как Яндекс выбирает те или иные сайты, почему он это делает, я вот сегодня эти вопросы освещу. Некоторые нюансы поисковой выдачи расскажу и отдельно остановлюсь на поведенческих факторах. Почему? Потому что SEO-специалисты любят говорить, вот поведенческие факторы, они нам не позволяют или они влияют. То есть насколько они влияют или не влияют, сегодня мы с вами узнаем. Итак, каждый из нас ежедневно заходит в интернет, открывает Яндекс, и что бы ему ни было нужно, он вбивает туда свой вопрос. Причем без разницы, найти музыку, заказать пиццу, вызвать такси, все что угодно. И буквально через доли секунды мы получаем результат. Мы получаем хорошие сниппеты. Так она и действует. А уже после этого идет учет поведенческих факторов. Поведенческие факторы не учитываются для сайтов, которые находятся ниже топ-30. Потому что там мало статистики и учитывать смысла не имеет. Итак, о страшном. Отмена ссылочного фактора. Объясню для тех, кто, может быть, не слышал, не знает. Яндекс в конце года 2013 сказал, что в январе 2014 года отменит учет ссылочного фактора. Что же делать? Ну, во-первых, у нас есть 800 факторов ранжирования. Ссылочных из них не так много. Вес ссылочного фактора снижается на протяжении уже многих лет. То есть когда-то, да, когда-то он имел очень большой вес. Когда-то за счет закупки ссылок можно было замечательно продвигать сайт. Сейчас это не так. Сейчас это просто как дополнение, которое поддерживаем, потому что еще фактор не отменен на регионы. Итак, отменяется только для Москвы и области. Понятное дело, что может быть это сначала, и что будет еще через год или два, может быть отменят на всех, возможно. И отмена будет сначала только для коммерческих запросов. То есть информационные запросы по-прежнему будут учитывать ссылочный фактор. Запросы со словом «купить» – да, продвигать ссылками не получится. Запросы без коммерческой привязки можно. Значит, это получится возможность, допустим, добавлять какие-то статьи, вести блог, с помощью этого продвигать и уже дальше делать переходы, перелинковки на какие-то коммерческие страницы. Как всегда я говорю, занимайтесь своим сайтом, развивайте его, помогайте Яндексу делать правильный выбор, показывайте, что ваш сайт достойнее, чем сайты ваших конкурентов. И тогда ваш сайт будет в топ-10. Спасибо за внимание, можете задать вопросы. Поговори о коммерческих запросах, что это запросы и коммерческие страницы. Если продвигается интернет-магазин или интернет-витрина, где есть цены, где человек может что-то купить, вот это коммерческие.
это коммерческие запросы? То есть в коммерческом запросе должно быть присутствовать слово «купить». Если я запросил... Цена «купить», да-да-да-да-да, вот такие запросы будут коммерческими. Ну, допустим, если... Всем понятно, сеушники. И в первый момент все эти сайты взлетели в топе. Там, какое-то очень ограниченное время, все поднялись позиции, все почувствовали, что вот они поймали, значит, бога за бороду. Сразу после того, как это произошло, у Яндекса мозги есть, они поняли, что проблема вообще не так тривиальна. И ранжировать эти сайты по тем же принципам, по которым ранжируются рушные и комовские домены, нетовские, невозможно. Просто не получается. Нужен новый алгоритм. Для того, чтобы с ними разбираться. И согласно той байке, которую я вам пересказывал, у Яндекса просто в этот момент были более приоритетные задачи. И они сказали, ну их, эти РФ. И просто всем присвоили минус 30 фильтров. Поэтому ни одного сайта РФ вы в топе не увидите. Кто видел РФ в топе? Хотя бы по одному запросу. Вот если вы напишете президент.рф, как ни странно, на первом месте будет президент РФ. Но это не поисковый выводить, опять читерский. Ну, опять-таки, ни по какому поисковому запросу невозможно увидеть РФ-овский домен в выдаче. Поэтому мы клиентам говорим, нашим заказчикам говорим одну простую вещь. Хотите продвигаться для любых целей интернет-рекламы, для того, чтобы нормально владеть своим сайтом. Заводите домены обычные, ru, com, su, не советую, но если очень сильно хочется, то можно. И продвигайте их. Для чего же нужны РФ? Для того, чтобы писать крупно на наружной рекламе, на визитках, или если у вас настолько непотребный домен, что его невозможно произнести, не сломав язык. Для бабушек. Для бабушек, да. По радио, например, говорить. Кому да, то есть любые виды наружной рекламы, любая реклама, которую человек считывает, а не кликает, она должна быть, конечно, организована через кириллические домены. И фактически, я не говорю, что эта ситуация продлится на века вперед, но сейчас это их единственное применение. Бизнес, который завел себе один домен, и этот домен РФовский, сделал ошибку. Так делать не надо. Надо заводить ручный домен, зеркалить, делать главным зеркалом домен в ЗОНИУ, РФ использовать наружной рекламе или на радио. В принципе, тут можно и ОРГ, и НЕТ, то есть разницы совершенно никакой не было. Ваше мнение, один ПС и другие такие товарищи продвижения сайта. Регистрация каталога в самом крупном. Прогон. Прогон. Один ПС, точку РУ. Ну, по прогону каталога расскажи. Да. Прогоны по каталогам мы не делаем, по всем подряд не делаем. Мы регистрируем в каталоге DEMOS, это для Google каталог, и регистрируем в Яндекс каталоге. В Яндекс каталоге также регистрируются, ну и так же, как и в DEMOS, не все сайты, но как бы просто, чтобы попасть в Яндекс каталог, мы с вами знаем, нужно заплатить за ускоренную регистрацию. Поэтому, если конкуренция низкая, и, в общем-то, видно, что сайт...